Сразу после матча Дуслар Волна. Общаемся с полузащитником Волны Романом Шмониным. Ром, хотелось бы поздравить с победой, во-первых. Во-вторых, отметить то, что вчера по итогам первого дня КФЛ вы были избраны в символическую сборную тура первого дня. Я не волнуюсь. Первого дня. И хотим вас от континентальной футбольной лиги, от нашего партнера 1xBet поздравить с этим событием. Пожалуйста. Спасибо за поздравление. Пожалуйста. Хотелось бы, чтобы вы как-то прокомментировали первые игры Волны на этом турнире и вообще ваши личные общие впечатления от континентальной футбольной лиги. Ну, во-первых, впечатление от континентальной футбольной лиги на высшем уровне. Организация, как всегда, супер. А по поводу игр, да ничего такого. Выполняли установку тренера, выкладывались по максимуму. Вот поэтому получился такой хороший результат. Какие ваши личные ожидания от КФЛ? Какого результата хотите, чтобы добилась команда? Ну, у нас цели минимум полуфинал. То, что нам пообещали, что мы поедем на клубный чемпионат мира. Вот. Такие вот цели. Так будем от каждого матча идти, биться. По сегодняшней игре, вот сейчас прям сразу после игры с Дусларом, как вообще вот изнутри игра казалась? Я комментировал эту встречу. Могу сказать, что мне кажется, что Волна выиграла абсолютно по делу, и победа получилась трудовой, но, в принципе, не тяжелой. То есть за счет темпа игры, большое количество голевых моментов вы имели. Вот ваше мнение по этому матчу. Да, я полностью соглашусь с вами. Ну, во-первых, в том, что у соперника, ну, он собрал неполный состав, поэтому мы поддерживали интенсивный темп и просто задушили их физически. Все, спасибо, с победой вам, с удачей. Спасибо.